жертв у нас нет. То есть у нас нет даже раненых. Возможно, у кого какой-то там от толпы синяк остался, но это не то, что было в других городах. У нас не использовали коктейли Молотова, у нас не использовали огнестрельное оружие, даже травматического. Не было слышно ни одного выстрела. Ни со стороны нас, ни со стороны милиции. То есть милиция, мы понимаем, она исполняла свой приказ, как бы никого не ударили со стороны милиции. По милиции вроде бы раненых тоже как бы нет. По моей информации, я подходил, спрашивал, никого не зацепили. То есть все прошло более-менее нормально. То есть люди просто, можно сказать, вошли в обладминистрацию, зашли в кабинет к губернатору и попросили написать его заявление об уходе. Губернатор подчинился требованию народа. Вот это оригинал заявления губернатора, которое он писал при нас, при видеокамерах, он дал согласие. Воздействовать на него физически никто не воздействовал, ни в коем случае.